Ну, тяжелая серия. Тяжелая серия, то есть, ну, нечего даже говорить. Такая игра была, шестая, столько овертайм, столько периодов, но сейчас просто опустошение какое-то. А в перерывах что делали, как готовились? Ели, лежали, я не знаю, что только не делали, пытались как-то набрать форму, я не знаю, но просто отдохнуть, вздохнуть. А насколько тяжело вот сейчас эмоционально вот это поражение переживаете? Ну, любое поражение тяжело, особенно такое, шаг до финала, то есть тут либо мы, либо они сыграли где-то лучше и достойно победили.